Надо здесь начинать, да. Ага. Параллел. Очень эффективный слайд. Самая крутая штука во вселенной. Magic. Тоже крайне эффективный слайд. И к тому же более контрольный, чем параллел. Саванна также является очень эффективным слайдом. Но она гораздо сложнее, чем параллел и Magic. Power Slide. Длинный и зрелищный, но менее эффективный, чем параллели Magic. Backslide. Крайне эффективен и очень опасен. Сложно держать контроль. Cross-Aided Wheeling и Суи я бы использовал только в людном месте. Малоэффективно, но очень зрелищно. Unity. Вот это уже опасно. Unity нестабильное, неконтрольное. И если вы не готовы делать его, то лучше не рисковать.